А ты думаешь, ты вернешься в Россию? Никогда, только в наручниках, если. Если упакуют, блядь, экстрадируют, тогда да, вернусь. При любом другом раскладе даже не ждите. Мне здесь нравится, здесь кайфово, здесь балдеж. Нахуй, не вернусь. Даже вот я все пытаюсь отказаться от российского гражданства, но мне нужно... У меня есть мексиканское гражданство, большой спойлер. Но нет мексиканского загранпаспорта, а в Сербии можно жить только по загранпаспорту. Поэтому я формально могу отказаться, но тогда меня нахуй за шею вытолкают в Мексику. А зачем ты сделал вообще себе вот гражданство в Мексике? Корни нашлись. Оказалось, что я мексиканец. А что, не похож? Похож, Василий, знаешь. Похож? Смотрите, какая борода. Какой, да я же настоящий прямо амиго. И сколько стоило нахождение корней? Нисколько. Так нашлись корни, о чем ты говоришь?